Ты смотри, как тетя рыбу сушит. Как надо. Да, лучше, чем я. Это что такое? Не знаю, зарядку делает. Как голова не кружится? Не знаю. Смотри, смотри, какая талия. А что с ней? Видишь ее? До родов Даяна моя была 60 сантиметров. Не то что сейчас. Да и у тебя тоже. Доброе утро. Привет. Ты что, вчера приехала? Да, вчера. Это тетушка Баопин, а я тетушка Агуй. Треть этого дворика принадлежит нашей семье. О! Так что я тут домовладелица. Я тут отвечаю за порядок. Ага. А тебя как зовут? Я Бай Мандзюнь. Можно звать Сяобай. Сяобай. Ага. Чем занимаешься? Йогой. Что еще за йога? Наверное, что-то вроде того, что у нас делает старик Ма. Только он сидит, а она нет. Кстати... Что? Ты давай продолжай, а мы пойдем. Эй, как у нее голова не кружится? У молодых с этим порядок. Вот, тебе сушеный бамбук, белые грибы. Я все сама сушила. Только не бойся, ничего ядовитого тут точно нет. Не боюсь. Я этого не боюсь. Но тут слишком много, правда много. Ты уж лучше возьми побольше, чтобы твоим родителям надолго продуктов хватило. А от меня сырные трубочки и сосиски. Да, спасибо. А это тетушка Фэн передала. Сушеные персики и еще яблоки. Все это из их собственного сада. Это органика. Персики просто отличные, даже если замочишь в воде. Спасибо. Еще сушеный перец и кунжут от Сюин. И черные и желтые бобы от Саюнь. Эй, а где рыба от Э? А, где вот, вот, вот. Она? Рыба. Как ты это все увезешь? Это много, честно. А я... Ничего для вас в подарок не приготовила. Даже ничего не сделала. Это в знак благодарности от нас. Ты все это время занималась волонтерством и помогла Джи Яо. Да. Ты всем нам нравишься. Все бабушки и тетушки деревни будут по тебе скучать. Хундоу, когда ты уедешь, не забывай о нас. Обязательно приезжай нас навещать. Что ты, Хундоу так занята, откуда у нее время? Можешь просто звонить, да? Но только по видео. Да-да-да. Я принесла подарки. Часть еще не открыта. Это все для вас. Да! Сяо Хулу. Здесь. То-то. Здесь. Худзи. Здесь. Габао. И мне. Скажи здесь. Здесь. Вот, это тебе. Спасибо тебе большое. А это тебе. Большое спасибо. Спасибо тебе. Вот. Спасибо тебе. Скажи-ка, а это что? Замок Лубаня. Замок Лубаня? Угу. Пообещай мне, что когда уеду, вы будете часто ходить к дяде Джи Яо и играть с бабушкой Си. Хорошо? Ладно! Ладно! А она умеет в это играть? Ага. Научи ее. Угу. Хундоу, а ты еще привезешь к нам Линдан или нет? Я не знаю. Ты уедешь, и на ком женится дядя Джи Яо? Это тоже не знаю. И когда будет банкет с праздничным мясом? А я хочу сладости. И я хочу сладости. Забудьте, они не поженятся. Значит, мяса не будет. И сладости, значит, тоже. Раз, два, три! Раз, два, три! Все, готово. Спасибо, друг. Спасибо. Брат Джо, у меня дела, мне пора.
Ладно, спасибо, Джиао. Я пошел. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо всем. О, фух, хорошо. Спасибо. Все готово. Спасибо. Ты что, у вас трактор угодил в канаву? Да, я был грязный, вот помылся. К счастью, успел. Я же сказала, вернусь сама. Я же сказал, что провожу тебя. Ого, у тебя воспаление. Вода в рану попала? Ничего, уже не болит. Аккуратнее, чтобы не было шрама. Ладно. Пойдем берегом? Что, дальней дорогой? На закат посмотрим. Сиджиял. Зачем ты меня снимаешь? На память. Ты будто туристка. А я и есть туристка. Что ж, туристка. Все наши тетушки принесли тебе гостинцы. А я свой подарок так и не придумал. Да брось ты это. Ты столько всего мне дарил. И что, например? Рассвет, закат, звездное небо, ветер, смелость. Все нематериальное. Выходит, я богаче тебя. Кредитов нет. А ты научилась наслаждаться моментом, да? А как же иначе? Ведь это и есть настоящая роскошь. Почему молчишь? Я думаю, как сказать. А что сказать? Говори, как есть. Подарок. Я сам сделал. Не ценная безделушка. Дорогое не взяла бы. Ты сам сделал? А что? Как ты соединил два кольца? Это чудо. Волшебство и магия. Не нравится? Очень здорово. Спасибо. Ты что, даже повредил руку? Нет, об трактор стер. Красиво? Красиво. Ты же красивая, тебе все идет.
Прости, Хундоу. Я впервые увидел тебя. И сразу подумал, что ты честная и бесхитростная. Но тебе не везет, а ты интересная. Когда я просил тебя о чем-то, на вид ты была против, но рада помочь. Как бы сказать, я думаю, что ты... Ты такой человек. В самый раз. В самый раз? В самый раз. Все, что мне нравится. Рядом с тобой я счастлив. Счастлив каждый день. Чем бы я ни был занят, если бездельничал, я был счастлив. Но было грустно. Потому что обстоятельства нашей встречи не в самый раз. Иногда я даже жалею об этом. В Пекине я часто проходил мимо того отеля, где ты работала. И ни разу не зашел туда. Иначе познакомились бы. Тогда, может быть, у нас было бы сейчас больше вариантов. Я хотел выносить эти слова в сердце. Но решил подарить тебе еще одно воспоминание о себе. На берегу озера, там, где ветер, был тот, кому ты нравилась. И закат. Пусть будет свидетелем. О, я сказал. Сэджи Яо, ну ты и храбрец. Не ожидала? Так прямо. Я не могу. Этого я и хотел. Ладно, плакать не обязательно. Я уже польщен. Благодарю. Подарок удался. Не за что. Сихундоу. Живи той жизнью, какой хочешь. Желаю удачи. Возвращайся. Хундоу, счастливо. Сообщи новости по кафе. Обязательно. На связи. Рекомендации присылай. Да. Твой багаж я вечером отправлю. Не забудь гостинец прислать. Счастливо. Как доберешься? Напиши нам в нашей группе. А? Пойдем. Do you ever feel alone?
Заходи. Провожу взглядом. Обнимешь? Не стоит. Иди давай. Хотя, погоди. Так чего ты хочешь? Забыла, что она уезжает. Я думала, завтра. Ну да, директор Се проводил. Хундоу написала в чате, что уже приземлилась. Нелегко будет Джи Яо. Нашел девушку себе по душе, но не вышло. Стрелам Амура надо пролететь расстояние. Они уже до края галактики долетели, но ни в кого не попали. Тетя Сюин! А, иду!
Не трогай, не надо, давай я сама. Порежешься. Хундоу была внимательнее. Я стараюсь не вспоминать о времени, когда она была здесь. Это не она? А, в белом. Вон там. Эй, да. Хундоу! 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 Эй, дядя! Тетя! Эй, сюда! А, вот мы скорее и дома. Хундоу, заходи. Пусть она отдохнет, а я приготовлю поесть. Что ж, вот тапочки. Заходи. Это комната Нансин. Нансин, Худоу к тебе пришла. Ты рада? Тут, конечно, тесно. Мы сожгли часть ее вещей, но оставили кое-что себе на память. Давай так, я посплю тут с дядей, а ты будешь спать. Нет, нет. Буду спать здесь. Здесь ее запах. Ничего, ничего. Тетя, я много чего привезла. Посмотрим. Ага. Ты и так присылала нам еду, а теперь и привезла. Да. Выпьем. Выпьем. Я сама приготовила, ну как? Это очень вкусно. Правда? Кто-то посадил две лозы у восточной стены. Они выросли крепкие. Только вот ягоды слишком кислые. Никто их не собирал. Птицы и муравьи ели. Твоей тете стало жалко, и она собрала их на вино. И что вышло? Очень вкусно. Точно. Я раздала вино многим соседям. И виноград стал очень популярным, хоть и кислый. Ты не отвлекайся, ешь. Я еще хотела сказать, дядя, курица очень вкусная. Так, вы пока ешьте, а я сниму видео. Да. Не ешь пока, чтобы видео снять. Я дома у Нансин. Дядя приготовил такие вкусности. Вот эта курица ароматная. А вот и сам шеф-повар. Цыплята свободного выгула. Вот красотка тетя. Сердечко шлем. Сердечко. Вот. Это вино тетя сделала сама. Очень вкусно. Из кислого винограда. Верно, но вино не кислое. Готово. И рыбу бери. Подожди, пусть Хундоу ест. Что ж, ешь скорее, давай. Попробуй рыбу, давай. Спасибо. Ну что, мастер, ударь еще раз. Идем. Мастер, едите. Ерунда. Всего два блюда. Не снимай, не надо. Зачем ты снимаешь? Я же ем, хватит. Не надо. Мастер, смотрите. Вот поганец. Навозного жука, выходит, вырезал. Мастер, но он настоящий. Отстань. Да честно, вот. Бабка! Мастер, я тебе дам еще одно блюдо! Стой! Бабка! Стой! Не надо! Не надо! Я тебя! Я тебя!
Джейяо. Вот. Это куриный суп. Попробуй. Если завтра сварить в нем лапшу, будет очень вкусно. Ты ешь давай. А что останется, завтра пойдет на лапшу. Я так сам с этим справлюсь. Ладно. Эй, Хундоу уже дома? Да, наверное. Она написала, когда приземлилась. А, она точно уже поела? Наверняка поела. Ты спроси. Что именно? Поела ли она? Да зачем спрашивать? Ты поддерживай с ней связь. Повод будет, так свяжусь. Но зачем без дела? Разве ты не хочешь с ней общаться? Тогда смени вот это. Ладно, сейчас сменю. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет бы брал пример с бабули. Я в молодости, когда была влюблена в твоего деда, ни на шаг не отходила. Бабушка, ты такой романтик, да? Это я-то? Ну, ты в любви знаешь толк. Не то чтобы. Просто мне твой дед приглянулся. Но я не такой, как ты. Я обрадовался, проводив Хундоу. Эта красотка на самом деле отвлекала меня от важных жизненных целей. Договоришься ты еще у меня. Ешь. Я ем. Уронила. Тебе надо навостриться. Вот так, как я. В сторону. Так, хорошо. Давай. Сёмы, это племянница или кто? Названная дочь. Из Пекина к нам приехала. Названная дочь? Еще издалека. Здорово. Она присылает нам вкусности и напитки. Умница. Тетя, Чэнь Наньсин говорила, что в день, когда она родилась, у вас были долгие роды. Целую ночь. А когда родилась, дядя заметил, что на небе только южная полярная звезда. Вы назвали ее в честь нее. Она меня обманула. Звезду здесь не видно. Ее имя выбрал дедушка. Он выращивал во дворе аризему, что по-китайски звучит как Наньсин. Она хорошо растет. И дедушка дал это имя. Да. В детстве она имя терпеть не могла. Говорила всем, что ее назвали в честь сорняка. Выберем-ка яблочки. Это плохое. Слушай, маму, эти яблоки... Слушай, тетушку, яблоки надо выбирать с вертикальными полосками. Что это такое? Краска для волос. Нет, не пойдет. Это лучше. Почему не пойдет? Ой, нет, 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 это слишком дорого. Ты что, сколько нам лет? Не нужна такая. Хватит. $459. А, что ты делаешь? Эй, не что? Надо. Эй, зачем? Купила? Да. Хундоу, у тети на макушке много седины. Закрась там. О, раскомандовался он тут. Она красит аккуратнее. Вот наслаждение. Да не факт. У дяди больше опыта. Я крашу впервые. У него со зрением беда. Он сослепу красит неравномерно. Что значит сослепу? У меня отличное зрение.
Готово. Теперь подождем. Ты отдохни. Давай, давай, Хундоу, выпей чаю. Хорошо. Иду. Не закрасила руки? Нет. Держи, спасибо тебе. Сделаю фото. А? Фото? Мы в таком виде. Давай, вот. Так, улыбочку. Весело! Весело! Посмотри, у тебя же рот уточкой. Нет, не годится. Отлично получилось, очень творчески. Удаляю, давайте еще раз. Здорово. Рисовая лапша готова. Маэстро Ху, позови сестру. Все болтали, и никто не слушал, как я пою. А кто-то вообще заказал модную песню. Услышал отрывок. Надо же. Ну да. Маэстро Ху. Эй! Лапша готова. А, Нана, я спешу в поселок. Я первым выступаю. Есть не буду. Да. Ну а сестра? Я тоже не буду. Пойду послушать его. Мы пойдем. Пока. 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 А еще ты представь. На сцену вышли. Как и зачем я варила? Я целый день писала новый материал. Завтра поселка собрание. А ты чем занят до сих пор? Сегодня на конюшне один гость упал с лошади. Возила его в больницу. Что-то серьезное? Нет, он был в защите, только связки потянул. Нана, что ты варишь? На двоих хватит? Эй, что такое? Ничего, хватит. Сейчас положу. Плачешь из-за того, что некому есть твою лапшу, да? Нет. Просто кажется, что я давно не ела одна. Во всех комнатах погашен свет и так тихо. Чувствую себя так одиноко, что-то я расклеилась. Это объяснимо. Ты ведь не привыкла отпускать людей. Знаешь, даже железная леди, как я, все равно плакала всю дорогу после того, как мы с папой навестили маму. Твоей маме грустно? Да ладно, она была нам очень рада. Пока мы были у нее, ей приходилось готовить для нас. Не может быть. Не хотела подавать виду. Я серьезно. Мой парень по секрету сказал, что едва мы уехали, мама, тоже выдохнула. Сказала, мы с папой ужасно надоедливые. Твоя мама мой кумир. Разве не я твой кумир? Я положила глаз на Тао, директора школы. А как же мой фан-клуб? Сам развалился. Здорово. Прости. Ты правда, как горем убитая.
Ну, разумеется. Все разъехались. Не надо. Приедут новые гости. И в окнах снова будет свет. Это не то же самое. Кто бы ни жил, это не дома и не Хундоу. Нет, вот, не плачь, не надо. Вот, Се, ты тоже не страдай. Смотри. Я поставила фото. Ты иди спать. Тетя, я уезжаю. Поспим вместе. Вспомним Нансин и поговорим о ней. Обсуждаем какого-то человека, значит, он жив. Перестанем говорить о ней. И она исчезнет. Так что будем говорить. Здесь Нансин 100 дней. А здесь я 1 годик на руках у бабушки. Какая она пухленькая. Длинная была. Я 2 дня ее рожала. Она весила 3900. Родилась вся красная, хмурилась и вечно кричала. Надо же. Я испугалась, увидев ее. Думаю, неужели родила такую страшненькую? Здесь она в начальной школе. Тогда возле работы ее отца было заведение с куриными ножками. Она почти каждый день их ела. Другие дети привередливы, а с ней вообще проблем не было. Ела что угодно, всеядная была. О, а здесь постройнела. Да. И дядя был симпатичный. О. Это видно начало средней школы. День рождения ее бабушки. Видишь торт? Она тогда похудела, ела мало. Хотела быть красивее. Да, а здесь она меня переросла. Похожа на отца, правда? Когда ее только-только не стало, мы с мужем обезумели. Оба сидели дома, не говорили и не смотрели телевизор. Когда скучали, заходили сюда и плакали, а устав, просто ложились спать. Как будто это было неправдой. Вся родня и все соседи сочувствовали, приходили к нам и плакали вместе с нами. Я боялась, что спросит,
Хундо. Я думаю, может, сделала что-то ужасное в прошлой жизни. И оттого эту жизнь прожила впустую. Зря жила. Я очень благодарна тебе. Ты тогда часто мне звонила. Спрашивала, ела ли, что я делаю. А мы ответить не могли. Тогда ты звонила нам по видео. Из-за горя я тогда этого даже не замечала. Твой дядя внимательнее. Он спросил меня, не заметила ли я, что Хундо обессилена, ей тяжело. Мы были слишком эгоистичны, думали лишь о себе. Не догадывались, что и окружающим тоже тяжело. Вот тетя Нанси так болеет, но все равно готовила для нас. Племянники так заняты работой, но находили время навестить нас. Твой дядя говорил мне, позволь Нансин просто уйти. Надо смотреть в будущее. Сейчас я наконец осознала, все в порядке. Вопрос времени. Мы еще увидимся с ней. Нам сейчас правда лучше. Не переживай. Все хорошо. Ты сама видишь. Мы занимаемся спортом. Хорошо питаемся. Не надо переживать о нас и слать нам посылки. Yeah.
地方